В конце 20-х годов 20 века особую популярность во Владимире снискала водная станция на Клязьме. Это был профсоюзный спортивный объект с вышкой для прыжков и спортивными судами. На водной станции обычно соревновались пловцы, гребцы, прыгуны в воду. Но было одно событие, которое владимирцы никак не хотели пропустить. Здесь проводили комбинированную эстафету. На первом ее этапе спортсмены переплывали Клязьму. На втором бежали 500 метров, на третьем мчались на велосипедах по дамбе, мощеной булыжником. На четвертом женщины бежали 500-ку. На пятом этапе мужчины состязались на дистанции 2000 метров, а на шестом гребцы на шлюпках плыли к водной станции и на финише стреляли 5 патронами по плавающим мишеням. Постоянными участниками эстафеты были железнодорожники, строители и служащие торговых организаций.